приветствовали друг друга. Внимательно слушаем команды, соблюдаем правила, уважаем друг друга. Удары коленями и ногами в голову только со стойки, локтями только в корпус. Приготовиться по углам. Суровый рефери улыбнулся. Первый раунд. Ох, как Алазбек-то сейчас хотел с хайкика все проблемы свои решить. А тут уже мидл-кик от Саидмагомеда по печени. Причем очень точно по печени. Я не видел, в блок пришелся удар или нет. По-моему, в локоть все-таки. Потому что так следов на теле у Алазбека я не обнаружил пока. Хотя, может быть, я и не прав. Спортсмены сразу же начинают демонстрировать свой богатый арсенал технических приемов, различные технические действия, это и вертушки, удары ногами по разным уровням. Саидмагомед буквально побежал вперед сейчас и тоже Алазбек так упал на руку, мне показалось. Оказывается, сверху Саидмагомед. Сейчас пытается освободить руки и выйти на боковой контроль. И садится в маунт Саидмагомед. Теперь осталось освободить руки и начать добивать. Есть. Пошли удары у Саидмагомеда. Пока нужна активная защита. Пока они приходят в защиту. Главное сейчас для Саидмагомеда не вымахаться, не потратить очень много сил на вот эту вот работу. Потому как с одной стороны есть ощущение, что он работает, что он наносит удары, что все хорошо, но с другой стороны, обрати внимание, удары приходятся по защите. Они только забирают силы и дают видимость активности. Да, согласен. Но пока что Алазбек находится в этой самой глухой защите, не подбивает тазом. Вот сейчас первая попытка сбросить оппонента с себя. Саидмагомед хорошо держит позицию, уверенно контролирует соперника. Но Алазбек иногда отстреливается из этой глухой защиты, своего окопа. И, по-моему, сейчас пытается забрать руку для того, чтобы резко выйти на рычаг локтя Саидмагомед. Может быть, получится у него это. Или просто убирает защиту. Нет, все-таки выходит на рычаг локтя. И пытается растянуть руку оппонента Саидмагомед. Все, скачем. Но для базового грэпплера, я думаю, это была не великая задача. Да, но с другой стороны, момент нужно было создать, нужно было взять захват. А это уже говорит о мастерстве, когда ты создаешь момент, затем у тебя сотая доля секунды на реализацию этого момента, и ты его реализуешь. Поздравляем Саидмагомеда. Это вторая победа в его рекорде. В этом бою на второй минуте 29 секунде первого раунда болевым приемом на руку победу одержал боец красного угла Саидмагомед Абдулкадыров. Бойцовский кулак мах. Россия, Чеченская республика. Друзья, и ваши аплодисменты его сопернику, бойцу из Кыргызстана, Алазбеку Жарабаеву.